Книга «Открытым оком», 8 том. Тема «Монашество». Вопрос 2005. Как появляются новые кандидаты в монахи? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Иногда сами люди приходят, не зная Писания, и думают так приблизиться к Богу. Иногда-то огорчение, что потерял девушку, как отец Сергий у Толстого, или жена изменила. При возможности цари и знатные люди насильно постригали опостылевших жен, чтобы им снова можно было жениться. Монастырь в этом случае становился тюремным отстойником. А иногда шла и идет самая настоящая вербовка. «Я старец, тебе дам здоровье или еще что-то, а ты прими монашество». Какие такие обеты можно дать при принятии иночества, монашества, схимы, когда ты уже дал обещание Богу при крещении? Эти монашеские обеты и есть наилучшее доказательство, что они не были крещены правильно и никакого обещания Богу быть его чадом не давали, и совесть их не была пробуждена, чтобы в чистоте служить от крещения. А эти затычки обещания до схимы ровным счетом немало не могут заполнить зияющую пустоту от неверия в Слово Божие. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». И вот из пустыни, прослышав про подвиги молчальника, брали на пост епископа. Это очень часто было и вело к канонизации многих. Теперь читаем не жития святых, как называются книги, а жития святых монахов. Монашествующих в житиях около 95%, хотя от числа жителей они весьма незначительный процент, на 1000 человек один монах. Чистый еврейский подход. Нас мало, но нам все деньги. А здесь все небо. Сидевший много лет в пустыне, что он мог дать миру, когда боялся этого мира и уже сбежал от него? Они с такой легкостью бросали свои епископские кафедры и убегали вновь в свои любимые пещеры и к своему богомыслию и иноческим подвигам, и к бисеру девства. Епифаний, 12 мая. Кавычки открываются. Вскоре образовался здесь целый монастырь, насчитывающий 50 человек братьей. Между ними был сын римского епарха Аэтий Каллист. Он принял иночество от Епифания по следующему поводу. Будучи бесноватым в отрочестве, он однажды увидал во сне Епифания, говорящего ему: «Хочешь ли, Каллист, чтобы я отогнал от тебя нечистого духа?» «Кто ты, господин мой, могущий отогнать от меня лютого мучителя?» — спросил явившегося отрок. Тот отвечал ему: «Я Епифаний, живущий в палестинской Финикии, в пустынном монастыре, называемом Спанидрион. Если я отгоню от тебя злого духа, то придешь ли ко мне и будешь ли жить со мною в моем монастыре?» «Господин», — сказал в ответ больной, — «только выгони из меня мучителя, и я тотчас приду к тебе жить». «Смотри, чадо», — предостерегал Каллист Епифаний, — «не приступи своего обещания». Проснувшись, бесноватый почувствовал себя совершенно здоровым и рассказал родителям о своем чудесном исцелении. По истечении 3 месяцев Каллист обратился к ним с такой просьбой: «Пустите меня в палестинскую Финикию, отыскать господина Епифания, чтобы остаться у него. Боюсь, как бы не возвратился ко мне мучитель-дьявол». Родители тотчас же отпустили своего сына к преподобному с рабами и со множеством золота и серебра. Пришедший к своему исцелителю, исцеленный принял от рук его иночество и отдал ему на монастырское строение принесенное с собой золото и серебро. Своих же рабов отослал к родителям. Кавычки закрыты.
Герман, архиепископ, 12 мая, кавычки открываются. Отец его Мустин, почтенный саном патриция, был одним из первейших сенаторов, превосходивший прочих славой и честью. Его по зависти лишил жизни Константин Паганат, когда вступил на греческий престол. По убийстве этого знатного сенатора Константин повелел оскопить сына его, тогда еще ребенка, отрока, блаженного Германа, и отдать в клир церковный. Это он сделал для того, чтобы Герман, возмужав и достигнув в миру известного чина и сенаторского звания, не мог чем-либо отомстить дому Паганата за убийство своего отца. Кавычки закрыты. Пафнутий Боровский, 1 мая. Кавычки открываются. Во время мора, много людей умирало без помощи, некому стало помогать больным, ибо у каждого был свой мертвец, которого нужно было погрести и оплакать. Страх и трепет напал на народ. Благочестивые, боящиеся Бога, обращались на покаяние, принимали пострижение и с миром отходили ко Господу. Кавычки закрыты. Петр Афонский, 12 июня. Кавычки открываются. Однажды Петр вместе с другими воинами был отправлен в Сирию на войну. Греческое войско потерпело поражение от врагов. Петр был взят в плен и вместе с многими другими пленниками отведен в Аравию, в город Самару, находящийся около реки Евфрата. Там он был захвачен в темницу и закован в тяжелые железные оковы. Находясь в темнице и тщательно обсуждая свою прежнюю жизнь, Петр вспомнил, что он много раз помышлял отречься от мира и принять монашество. Он понял тогда, что Бог наказал его этим тяжелым пленением за то, что он не постарался исполнить своего доброго намерения. Раскаиваясь в своем нерадении и горячо оплакивая прежнюю жизнь, Петр терпеливо переносил страдания, которые, по его сознанию, он вполне заслужил. Кавычки закрыты. Иоанн Прозорливый, 27 марта. Кавычки открываются. Когда Иоанну исполнилось 25 лет, он решил отречься от мира. После этого 15 лет он подвязался в иноческих трудах, в различных монастырях. Потом, ища уединенного места для подвигов пустынного жития, он ушел на гору, называвшуюся Волчью и находившуюся недалеко от Ликополя. Здесь он выстроил себе три келии с одной кровлею, расположенных одна около другой, и затворился в них для подвигов поста и молитвы. Причем в одной келии он молился, в другой занимался рукоделием, третья же служила ему для пищи и для сна. В таком уединении святой пробыл 50 лет, до самого конца своей жизни, никогда не выходя из келий, но принимая пищу и беседуя с приходившими к нему людьми через оконца. Случилось, что в то самое время, когда военачальник пришел к святому, жена его была в больших муках по случаю родов и уже приближалась к смерти. Преподобный же Иоанн сказал человеку тому: «Если бы ты знал милость Бога, дарующего тебе сына, то ты прославил бы Бога. Но мать младенца находится недалеко от смерти. Отойди от меня, ты найдешь младенцу уже семидневного. Назови его Иоанном, и когда ему исполнится 7 лет, пошли его в пустыню к монахам для подвигов». Кавычки закрыты. Макарий Калязинский, 17 марта. Кавычки открываются. Через некоторое время к преподобному привели юношу боярского рода, Василия Рясина, страдавшего беснованием. Преподобный, видя страдания больного и скорбь приведших его людей, пришел в умиление и стал служить молебен о его здравии. Когда после молитвы преподобный осенил больного крестным знаменем, тот исцелился тотчас и, обрадованный милостью Божией, не хотел уже возвращаться в родительский дом, а решился остаться в обители и принял иноческое пострижение от Макария. Кавычки закрыты. На пажити добрые вывел нас Бог,
такое зеленое поле, к нему за премудростью вновь за порог, за пищей, приправленной солью. С нами пируют всегда за столом пророки и вождь Моисей. Давид напевает священный псалом, как много сегодня гостей. Все авторы, здесь презентация книг могла бы вполне состояться. Для русских писание скрывали от них. Нам жить не в жилищах, а в яслях. В младенчестве глупом уткнулись славянь, и можем лишь хлопать ушами. Сердце не ищет от духа слова, преданий, традиции ушаты. И что не предложат вкусить православным, в смущении отведать боятся. Акафисты, икосы, вот что им главное, юродствуют словно паяцы. Пророк за пророком подносит им блюда, что в Библии нам сохранились. Пред миром позор, будто все мы ублюдки. Фундамента нет, значит, дом накренился. Неправильных песен не можем сложить, трещали б нечистые свечи. А кто их, триоть, типикон, стеллажи? Бороться с противником нечем. 14 блюд от апостола Павла, все слаще, чем сотовый мед. Он с нежностью, словно детишкам поставил, 5 блюд Иоанн нам несет. На пажить их небо не видел то глаз, и ухо не слышало смертных. Кто Библию любит и не на показ, пороги к пророкам истерты. 10 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.